Международный день матери – один из самых теплых и любимых праздников, ведь он посвящен самому близкому и дорогому человеку для каждого из нас. В честь Дня матери в городе и районе делают все, чтобы этот праздник для всех мам стал незабываемым. С подробностями наши корреспонденты. Администрации поселений в этот день поздравили многодетных матерей. Школы и сады организовали для мам спектакли, конкурсы детских рисунков, открыток, провели культурные и спортивные мероприятия. На прошлой неделе в канун праздника в городском доме культуры прошло торжественное мероприятие «Свет материнской любви», на которое собрались мамы со всего Славянского района. Это мамы многодетные, которые взяли на воспитание детей, вырастили победителей научных конкурсов, спортивных и творческих соревнований. Одна из них – Наталья Борзова. У нее трое детей, которыми она очень гордится. В День матери она, как и все, кто отдал всю свою нежность и любовь детям, принимает поздравления. День матери для меня действительно такой вот он трогательный и ассоциируется с этим словом «мама», потому что у меня жива и здорова, дай бог здоровья еще, мамочка, которая проработала 40 лет тоже в школе, как и я. У меня жива и дай бог тоже здоровья свекровь, которая отдала своей медицине очень много лет. И я желаю, конечно, своим мамам и мамам всего города Славянска на Кубани большого женского, материнского счастья, благополучия в семьях, радости от успехов их детей, чтобы мужья уважали, конечно, и на работе была стабильность и благополучие. От имени главы Славянского района Романа Синеговского и Совета района всех мам поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Я вас, дорогие, уважаемые женщины, хочу поблагодарить за то, что вы, несмотря на это сложное экономическое время, являетесь прекрасными хранительницами домашнего очага. Но вы еще совмещаете и профессиональную деятельность, работаете на производствах, занимаетесь общественной деятельностью. Хочу пожелать вам сил, терпения, добра. Хочу, чтобы вы всегда были окутаны любовью своих детей, своих родных, своих близких. Безусловно, День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. В завершении мероприятия песни и танцы мамам подарили юные таланты района и творческие коллективы Дома культуры. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».